В связи с уровнем усталости есть вероятность, что уснёшь за рулем. Ну ладно, будем спать вовремя. Раз уж мы можем уснуть за рулем. Ну, теперь грузовик. Понятно. Эвакуация. Да. Кто теперь доволен? Да, получается, это... Круз доверит после такого, блядь, инцидента. Ну, блядь, никто не доверит нам сейчас Круз. Тут дорога закрытая есть, а я не знал. Ебать. Огонь город Озерск. Нефтепродукты на военную базу Заря. Почему бы и нет? Ой, ебать, времени что-то нам мало очень дали. Там впереди с пробками. Пошел нахуй! 10-4. Большое спасибо. За это я люблю своих напарников. Смотрите-ка, ёпта, как мы удачно поставили этот груз. Вот тут я понимаю, конечно, ни одного происшествия. Ой, да вот я уже доставил, чё. О, все идеально. 30 секунд, это запускаемая реклама. Охуенно. Рыбный перевозчик. Что было в прошлом заезде, это чисто несчастный случай. Я в этом не виноват, это несчастный случай. Сейчас вон как я хорошо, получается, сделал, все охуенно.
Ёпта, блядь! Какому долбоёбу пришёл, блядь, поставить здесь камеру, нахуй? Перешение скорости. Надо! Вот, нарушение скорости. Вы долбоёбы, блядь, я камеру сбил. Пошёл нахуй! Я камеру сбил, а она мне, блядь, нахуй засчитала, блядь, нахуй. Штраф. Хорошо. Она что, охуела эта камера, блядь? 2 километра в час к тому же, блядь, всего. Что мне не штраф, блядь, опу, я не знаю. Какая камера тут-то? Нет, не ай, блядь, что ты писал это имя, блядь, тюрьмы, горы. Я могу их это делать. Ладно, чем помочь? Да ёб твою мать, да! Идите вы нахуй, а! Меня теперь дворники должны быть. Этот ДПСер пидорас. Да не виноват, вдруг у меня тормоза, да, сказали, не умерут. Блять, молоко взлетело. Благо, оно было не по бутылочку. А почему молоко там взрывоопасное и тяжелое? Вопрос. А, я понял, это бак. Бак такой есть, когда, короче, выбираешь пункт один, получается, затем переключается на второй, и затем на другую какую-то строку переключается, и получается, как бы, или как там впереди? Пробок нет? А что, а? А? Слышу тебя хорошо. И так его и проскочили.
блядь. Ой, ты не видишь, я не обгоняю. Как тебе вообще не стыдно, у тебя силу с кругом обгоняет. Понимаешь, насколько это ужасно, когда тебя сил, блядь, обгоняет с кругом. Сколько это позорно просто. О, блядь! Бабу вот тут забрал еще. Почти явно на 6 уровень, ребят. Как там впереди? Пробок нет? Посмотрите, жалобы. Контейнеры в бас, сколько? Ебать, тут еще и этот хрупкий груз. Ой, блядь, что тут такое? Не знаю, что тут не было, тут как подсказка. Да, блядь, похуй, вот так вот, ем, блядь, вот так, так вот. Так мы и скорее деньги дополнительно получим свою скорость. Кажется, вообще всегда дорога перекрыта. Блять! Какого хуя тормоз сломал, блять? Вот нахуй, блин, блять, полный. Что за происходит? Коровы! Ебать, коровы! Так, сейчас. Вот и так, коровы, блядь. Корова просто вытащила на свою часть. Едем вот так. Боём, почему ставить увеличение скорости 40 км в час на крутом склоне, блядь, каком-то. Причём, когда тебе нужно подняться вверх, блядь.
беспокоить. Что там с погодой? Чистое небо на километры вперед. Это охуенно. Это охуенно. Там все охуенно. Как там погодка впереди? Охуенно. 10-4, приятель. Спасибо, что ответил. Я их задавил. Но они сами виноваты. Но я не хочу бессмертный. Они сами виноваты, что не расступились. Они видели, но не расступились. Нет, в раз рекламы не было. Мать! Сбивание забора имеет звук сбивания в этих металлических хуев. Вопрос. Ебать, как есть? Не благодарю. Вышел на охлаждение. Предчувствие. О, давайте это улучшим. Ну, как раз сейчас нужно будет ремонтировать. Ну, да, молоко с луками рядом. Автомобиль. Трак. Телевизоры. Да, либо хуйня какая-то. Животные. Курица. Овцы. Курица. Ну, камни, горды. Где молоко взял с луками? Ладно. Пусть будет тяжелый и крупноопасный груз молоко с луками.
Какому долбоёбу не ставить включение скорости 40 км в час? Давайте, отпустим. Easy now!